Тройной юбилей. Наши коллеги, сотрудники ГТРК «Чувашия» в 2016 году отмечают день рождения всех теле- и радиоканалов компании. Три круглые даты. В этом году радио «Чувашия» празднует 90-летний юбилей. Каналу «Россия-1 Чувашия» исполняется 55 лет. И 20 лет уже существует телеканал «Россия-24 Чебоксары». В честь такого радостного события ГТРК проводит множество акций. Например, готовит вот такой арт-объект. Перед площадкой телекомпании прямо на глазах вырисовывается всем известная настроечная таблица. Вот эту идею мы вынашивали несколько месяцев. Хотим, чтобы в итоге у нас получился оригинальный арт-объект. Вот такой вот. То есть это телевизионная испытательная сетка, которая имеет непосредственное отношение к эфиру. Вот. И эта идея родилась у нашего художника-дизайнера Лены Бамбуриной. Я думаю, что в итоге у нас все получится, будет очень красиво. И эта картинка будет радовать наших горожан много и долго. Подсчитать количество краски, закупить перчатки, валики и собрать друзей. Гостелерадиокомпания к акции готовилась почти месяц. И, конечно, помочь вызвались все друзья, представители разных СМИ. Приняла участие во флешмобе Алена Аршинова. Это очень хорошая идея здесь вот такой арт-объект сделать. Поэтому я очень рада, что меня пригласили поучаствовать в этом. Так что мне очень нравится. Национальная телерадиокомпания также не осталась в стороне. Большая часть участников нашей команды – это выходцы из ГТРК «Чувашия». Мы все когда-то в разное время здесь работали. И вот в память об этих замечательных днях мы пришли вас поддержать. Подобными акциями мы просто все объединяемся. Средства массовой информации должны быть вместе, в едином порыве, защищать интересы нашего общества. Особенно в таких вот моментах, как украшение нашего города. Юлия Важенина, Республика.